watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving. Всем привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. В сегодняшнем видео будет мотивация на уборку. Будем с детьми прибирать коридор наш заваленный. Также буду готовить, ну и покажу некоторые моменты моих таких простых мамских будней. И еще покажу очень классные покупки для нашей будущей кухни и уже кое-что для Пасхи. Так что оставайтесь, будет очень интересно. А видео свое я начинаю с прогулки, хотя здесь будний день, все дети дома, у старшего сына в школе каникулы, это была пятница, крайний день каникул, а среднего сына забрали мы из садика, нужно было занести в сад кое-какую бумажку, так что мы пошли на прогулку с двумя детьми, зашли в сад, я отдала то, что нужно было, ну а Макара забрали с собой на прогулку. И пошли в парк возле нашего дома. Такая хорошая была погода, уже прям весна-весна. Я знала, что буквально через денек-другой у нас опять похолодает. И вот сейчас у нас уже снег и снова минус. Так что мы решили плодотворно провести время, нагуляться как следует. Мальчишки, конечно, по лужам набегались. Макар даже куда-то залез потом уже в конце прогулки и промочил сильно ноги там. Ну, выше сапог уже было, но побежали домой и переодевались в сухое. Так что гуляем, наслаждаемся солнышком, а потом мы пойдем домой и будем уже заниматься домашними делами. Макар, давай. Шатаешься? Да. Что там, птички? Гули-гули? И давайте покажу свои покупки. Очень хочется мне уже нашу новую кухню начать организовывать, обустраивать и обуючивать, так скажем. И выбрала я тут кое-что, но еще и кое-что к Пасхе, к приближающемуся празднику. Так что сейчас все покажу. Покупки эти я делала в интернет-магазине Simaland. С этим магазином знакома очень давно, часто вам о нем говорю. Люстры вот заказывали в зал, там как раз, то многие спрашивали у меня ссылку. Ну, выбор очень большой, там и текстиль, и товары для дома, и игрушки, и товары по разным увлечениям и хобби, всего просто не перечислишь, и цены достаточно доступные, скорость и качество доставки улучшается с каждым годом, я действительно давно уже заказываю там товары, поэтому могу сравнить вот так вот в динамике. И первое, что мне хотелось заказать, это вот такие подставки к Пасхе для кулича и для яиц. В магазинах видела много разных, но мне попадались почему-то всегда керамические и цветные, с рисунками, яркие. А мне хотелось чего-то такого лаконичного, может быть, немножечко строгого. И нашла на сайте Simaland я вот такие вот деревянные подставочки. Это одна фирма, но выполнены они в разных цветовых решениях. Одна побольше, и куличик в середину ставится. А вторая поменьше и кулич сбоку, там на 5 яиц рассчитана подставка. По-моему, очень хорошо смотрятся яйца, даже такие простые, пока белые. И в центр поставить потом кулич украшенный. Я думаю, на праздничном столе пасхальном будут они выглядеть замечательно. Ну и в рамках подготовки к Пасхе заказала два вот таких набора. Один просто с красителями, такие перламутровые там красители должны быть, ну, судя по картинке. Инструкция на обратной стороне есть, я думаю, тут все понятно, показывать не буду содержимое. А второй набор такой интересный, захотелось самой посмотреть, что там внутри. И очень интересные такие украшения. На шпажках декоративные
яички маленькие из картона. Расцветку выбрала такую, вроде в спокойных оттенках, но геометрический рисунок должен оживлять, наверное, стол. Так что посмотрим, как это будет все выглядеть. И еще пленка в таких же расцветках на белые яйца. Я думаю, ее нужно надевать. И все должно между собой красиво сочетаться. И бумажка для украшения самого кулича и ленточка, чтобы повязать. Ну, собственно, весь набор полностью соответствует заявленной картинке на коробочке. Так что вот так примерно это все будет выглядеть. И очень давно мне хотелось приобрести такое блюдо для фруктов. И выбрала я на сайте такую миску металлическую, фирма это Доляна. Много у меня дальше еще будет предметов тоже этой марки. Блюдо это достаточно большое, вместительное, металл очень прочный, черный цвет придает какой-то брутальности, но фрукты, по-моему, очень интересно смотрятся в такой фруктовнице. И можно использовать как на праздничный стол поставить, так и для повседневной жизни на кухне. Мне кажется, вообще в любую кухню такое блюдо подойдет и украсит ее. И выбрала я еще банки для хранения сыпучих в новую кухню. С удовольствием потом буду организовывать хранение. Свои старые пластиковые давно собиралась заменить. Рассматривала варианты из IKEA пластик, но не купила. И сейчас нет возможности. И даже, наверное, рада тому, что не купила их пластиковые эти контейнеры, а выбрала вот такие стеклянные банки с бамбуковой крышкой. Очень красивые, стильные, лаконичные. Крышка великолепно держится. Очень плотно. У нее такая силиконовая прокладка внутри. И взять за крышку можно. Банка не выпадет и не разобьется. И воздух туда не попадает. Все закрыто. Это очень герметично. Здесь у меня банки объемом 3 литра. Также на сайте есть и больший объем, например, для муки или для сахара. Они тоже отлично подойдут. И есть меньший объем. Я тоже такие рассматриваю. Может быть, потом куплю. Но уже в процессе организации определюсь, какой объем и для чего нужен, в каком количестве. Мне кажется, подойдут и для чая, и для хранения, например, там, сухарей панировочных, какао, еще чего-то для выпечки. И также для специй, например, совсем маленький объем. А здесь у меня такой набор, лопатки, ложки, поварешки. Ну, на самом деле это не набор, продавалось все отдельно, каждая позиция. Но там я выбирала по коллекции. То есть, например, понравилась мне сначала поварешка, потом я посмотрела, что это за коллекция такая. Это тоже фирма Доляна. И вот этот мраморный рисунок мне понравился. И рассмотрела я все составляющие этой коллекции, выбрала нужные для себя варианты. У меня здесь ложка для спагетти, лопатка, большая ложка, шумовка и поварешка. И хотелось мне заменить все эти кухонные приспособления. Поставить хочу на столешнице, не хочу убирать в ящик, куда-то прятать. Единственное, что хотела я заказать такой керамический кувшинчик в IKEA тоже, чтобы в него составить все эти приборы, но сейчас нет возможности заказать, а до этого я не сделала, и теперь ищу вариант, в чем же будут они у меня стоять. Вот на видео показываю вариант с прозрачной банкой, но нужно поискать только, наверное, такую совсем ровную форму, чтобы верх не был заужен, как у меня здесь, и тогда, я думаю, будет удобно и красиво. А следующие мои покупки — это посуда из коллекции Эстет. Очень мне она нравится, и я выбрала несколько вариантов. Здесь у меня сахарница, совсем небольшого объема она, с ложечкой маленькой, бамбуковой крышкой и маленькой милой бамбуковой подставкой. Такая она рифленая, с небольшим рисунком, но мне кажется, очень хорошо будет смотреться. Мне хотелось именно небольшую сахарницу. Мы
особо не используем его по прямому назначению, так добавляю я только в каши, например, иногда, ну или в творог. А эту емкость для хранения я выбрала для соли. У меня соль адыгейская, я ее во все блюда использую, когда готовлю, и хочется мне эту емкость поставить тоже на столешнице, чтобы было удобно во время готовки прямо брать соль. Ложечка такая небольшая, крышка откидывающаяся и рисунок с сотами, мне кажется, будет замечательно смотреться и гармонировать с нашей новой кухней и фартуком кухонным. А следующая покупка — это такая подставка двухъярусная. Она изначально идет как фруктовница, но мне кажется, подойдет и для закусок, и для сладостей, пирожных, конфеток каких-то. Украсит, я думаю, любой праздничный стол. Хорошо сочетается с остальной посудой. И вообще мне очень нравится. И сама коллекция под названием «Эстет», по-моему, полностью себя оправдывает. Ну и последняя покупка у меня здесь — это масленка, тоже такая тяжеленькая, внушительная, на бамбуковой подставке с крышкой. Красивая, стильная, лаконичная, мне кажется, то, что нужно для семейных уютных завтраков и не только. И напоминаю я, что все эти товары я заказывала на сайте Simaland. Часто у них проходят какие-то скидки, акции. У меня, например, подключена акция как многодетной семье. Я покупаю товар по оптовым ценам, вне зависимости от категории товара. Это очень выгодно и приятно на самом деле. Логистика у компании развита замечательно. Доставляют товар прямо до двери. Оплата, возможно, разными способами. Все это можно выбрать при оформлении заказа. Ассортимент товара и цены, я думаю, вас приятно удивят. Ссылку на сам магазин и на все товары я оставлю внизу в описании. Обязательно переходите, посмотрите. Большой выбор всевозможных товаров. Я думаю, никто не останется без покупок. И там же в описании найдете промокод на скидку на первую покупку. Так что заглядывайте обязательно. Ну а здесь мы с детьми уже после обеда, Завушка у нас спит в это время, а со старшими детьми решили мы разгребсти тут наши завалы. Я их привлекла к уборке, думала сначала, что сама все сделаю, но раз они дома оказались, думаю, пускай помогают мне тоже. И у нас здесь в коридоре действительно просто завалы образовались. Кое-что мы выносили выходные тут и на неделе из зала. Там у нас ремонт, и нужно было это убрать, что-то отнести в подвал, что-то в гараж, что-то убрать уже там, например, детская одежда тут маленькая. И накануне вечером я еще ходила в гараж, доставала одежду, которая у нас лежит от одного сына к другому. Ну, в общем, такая промежуточная. Я принесла тут все и для Савушки, и для Макара, потому что, ну, скоро весна, думала я, что уже будет тепло, и хотелось мне тоненькие курточки принести, все перестирать, посмотреть, что детям как раз, что нужно докупить. Так что притащила тут еще много всяких вещей из гаража, и сейчас буду все разбирать. Кое-что зимнее уже уберу. Вот сейчас разбираю из шкафа. Мальчишкам попутно даю померить куртки. То, что малой Ярику уносим. То, что Макару уже стало, как раз оставляем. Ну, в общем, такой бесконечный кругооборот у нас вещей. Кому что мало, кому что как раз. Все нужно перестирать и к сезону все достать. Но сейчас как раз вот межсезонье. Так вот и получается. В такой период вроде и холодно еще, зима не отступает, поэтому зимние куртки далеко не убираем. В коридоре в первом, там на крючках они у нас еще висят.
А тоненькие уже достаем, смотрим, что нужно к сезону, поэтому тоже прибавляется как-то одежды и обуви сразу же. Ну вот в холодное совсем время года и уже когда совсем теплое лето наступает, то как-то с одеждой, короче, попроще, чем вот в такое межсезонье, и с одеждой, и с обувью. Ну, здесь больше мне Ярик помогает, я его отправлю и в гараж, он сейчас отнесет все, что нужно, и потом будет с обувью тоже мне помогать, и пол помоет, а вот здесь видно, какой Макар у нас хулиган на ровном месте, просто не может мимо пройти, нужно задеть брата. Вот, но его тоже тут пыталась привлечь, то игрушки убрать там на кухне, то еще что-то. Ну так, хватает его ненадолго, пока помощник из него так себе, мягко говоря. Ну, Ярика тоже приходится немножко как-то ускорение ему придавать, напоминать, подпинывать, но все равно он, по крайней мере, делает то, что я ему конкретно говорю делать. Ну, такие даю маленькие задания и понятные. Так что будем сейчас все убирать, потихонечку здесь разгребем. И вот уже сейчас несколько дней прошло, как мы этим занимались, так хорошо. В зале уже отделка такая черновая закончена, двери открыты обычно туда в зал. А раньше я все время старалась дверь туда закрыть, потому что там ничего не сделано было, только грязь и пыль оттуда летела. А сейчас уже так более-менее, и каждый раз спускаюсь с лестницы, здесь все пусто, зеркальный большой шкаф, и двери открыты и в первый коридор, и в зал, и так много места, кажется, вообще великолепно, хоть на велосипеде ездить детям, там раздолье просто, можно бегать и даже в мяч играть, ну, если бы только не зеркальный шкаф, а то, боюсь, расшибут и его. Так что заканчиваем уже здесь, в этом коридоре, где лестница, и перейду я потом в маленький коридор у входной двери. Там тоже у нас такой завал образовался буквально за последнюю неделю. А еще здесь сегодня все дети дома, и когда они приходят с прогулки у нас, ну, увидите, там куртки просто вообще всю скамейку завалили куртками и сумками, и даже ее не видно из-под них. А обуви там почему-то накопилось у нас очень много, но зимнюю я переберу, то, что мало, уже тоже уберу сразу же, а то, что еще поносим, оставлю. Но тут доставали уже и весеннюю обувь кое-какую, тоже посмотреть. Я вот там Ярика несколько пар доставала, померить как раз ему или нет. И тоже здесь она вся скопилась, так что рассортирую, лишнее уберу, что не нужно, совсем уберу. А пока прибираюсь, хотела ответить на вопрос, ну такой, не знаю, то ли вопрос, то ли замечание. В предыдущем видео, в ремонтном влоге, ни один человек мне написал о том, что я мужа по имени не называю, как-то это не тактично звучит, очень странно, и все время говорю муж без имени, в общем. Так что хотела дать некоторые пояснения. Нет, наверное, опять мне скажете, что я оправдываюсь. На самом деле нет, ну просто правда, если бы один человек сказал, наверное, как-то, ну, можно было сказать, что вам показалось, вот. А когда не один говорит, ну, наверное, имеет место быть. Так что я расскажу. Во-первых, я так обращаюсь к нему ведь не прямой речью, я не говорю ему: так, муж, давай там пили то, там штроби это, делай там еще что-то. Конечно, когда я к нему обращаюсь, я обращаюсь к нему по имени. Слово «муж» вы слышали именно в закадровой озвучке, или когда я просто на камеру снимала, но не при нем, а рассказывала, например, что там мой муж сделал там или сейчас делает. Вот. Потом еще такой момент. Ну, давайте сразу скажу. Мужа у меня зовут Дмитрий, и как-то так повелось, что родители его и все близкие все время с детства называли его Митя. И я, как бы, когда в семью к ним пришла, так скажем, ну, когда мама все время там, брат, все говорят: Митя, 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 как бы для меня он тоже был Митя. И сейчас я все время зову его Митя. И
для всех остальных он Дима. И мне, честно скажу, прямо режет слух, когда мы с ним вместе, да, и где-то его называют Дима. Правда, как бы у меня не поворачивается язык так сказать, но и я не могу вам сказать про него Митя, потому что Митя, он для меня дома, там, в кругу семьи, а для вас он никто иной, как мой муж или Дмитрий, вот. Ну и Дмитрием у меня тоже не поворачивается язык его называть, потому что, ну, дома и как бы в отношениях я его называю Митей. Так что вот так. И вообще хотела пояснить, то есть канал этот мой, вы знаете меня, да, меня зовут Таня, вот я такая, у меня вот есть муж, есть трое детей, я даже когда про детей иногда говорю, знаю, что приходят новые зрители и не всегда знают, не отслеживают там, или так от случая к случаю мои видео кто-то смотрит, не знают, как детей зовут, я даже стараюсь там, когда вспомню, например, по именам не говорить, что вот Ярик мне помогает, я там говорю, например, сегодня убираемся в комнате старшего сына, или вот сегодня средний сын остался там дома, еще там что-то такое, вот, чтобы было понятно, потому что мой канал, я решила, что я как бы веду такой образ жизни, и вы меня знаете, и живу я, так скажем, на камеру, но мои родные и близкие вовсе не обязаны этого делать, и вы их знаете как моего мужа, как моего сына. Там зашел, например, мой брат, я же тоже не говорю, там вот Стас зашел, да, я говорю, вот брат зашел там посмотреть, там еще что-то, совет какой-то дать. Потом дети прибегают, например, я тоже не говорю, вот Сонечка пришла, я говорю, забежала там племянница с племянником, потому что на моем канале все люди, все, о ком я говорю, должны восприниматься именно через меня, через отношение ко мне. То есть какое отношение они имеют ко мне. И если это муж, то он просто мой муж, не более того. Если дети, да, я в разговорной речи могу их по имени называть, но это все равно там мой старший, средний или младший сын. Мои родители, мой брат, мои друзья, подруги. Я ни о ком ничего такого личного не рассказываю и считаю, что это правильно. И уборку мы доделали, в принципе, все привели в порядок. Ярик сейчас пылесосит там пол, предыдущие кадры, а я уже готовлю ужин. Ну и на вопрос я ответила, пояснение дала. Я надеюсь, что всем все понятно. Если нет, то спрашивайте. В принципе, я всегда открыта к общению. На ужин у меня сегодня будут овощи тушеные с мясом. Захотелось мне в горшочке сделать, но сделать такие прям, знаете, тушеные, мягкие, как бы не жирные, зажаристые, а такие, как почему-то напомнила мне вот эта картошка, которая получится, как мама раньше делала, картошку с тушенкой. Она тушила такая с водичкой, очень вкусно, но мама делала на газу, не в духовке. А я свинину порезала, у меня там были кусочки такие типа стейков, без жира, без всего. По акции упаковка была 700 грамм, по-моему, она и стоила чего-то 240 рублей вроде бы. Так что хорошо так, ничего отрезать не нужно, все у меня пошло. Сейчас быстренько обжариваю и почистила уже за кадром картошку с морковкой, нарезаю и складываю сразу же в горшок. Большой у меня такой горшок, буду не запекать, а тушить в духовке. Так что налью водички туда, все потом перемешаю. И морковку я решила порезать таким рифленым ножом фигурным, ну просто так для разнообразия, так захотелось. А картошку мелко порезала, как обычно. Добавляю я любимые специи, у меня это соль адыгейская, там уже чеснок, перец, что-то там в составе. В общем, мне очень нравится эта соль, везде ее использую. И чеснока сухого я еще добавила. И мясо у меня немножечко обжарилось. Все, отправляю в горшок, налила водички и ставлю в духовку. Духовку заранее не разогреваю, потому что горшок керамический, нельзя в разогретую духовку его ставить. Нужно поставить, а потом уже только включать, чтобы он не треснул, не лопнул, был целым.
поставила я стандартный режим вверх-вниз, по-моему, 180 градусов, средняя такая температура. И спустя время потом все перемешала в горшочке. И захотелось мне добавить еще сметанки. Я водички туда заранее налила, чтобы пожиже была. И все перемешала снова и отправила опять тушиться. И еще решила вечером приготовить пирожок. Рецепт в Инстаграм у меня был давно сохранен. Все мне хотелось попробовать. Там фотография такая, знаете, внешне очень красивый кекс получается. Ну или пирожок, не знаю, как назвать. В общем, наверное, это должен быть банановый кекс. Но разреза не видно, не показано. И я вот, кстати, уже не первый раз с этим сталкиваюсь. То есть печешь и думаешь, себе планируешь что-то одно, а по факту получается другое. То есть какая-то недосказанность в рецептах имеет место быть. Поэтому я стараюсь вам всегда в разрезе показать, что будет. Такой кекс на бананах. Вы знаете, муж у меня потом пришел и спросил, когда попробовал. Это, говорит, что-то из ПП. И вот только потом действительно я поняла, что правда, тут сахара минимум, вся сладость благодаря фруктам, ну, а именно бананам. Ну, в принципе, ингредиенты достаточно простые. Я, как обычно, напишу все в описании. И процесс тоже очень простой. Все смешать, добавить все ингредиенты по очереди, как следует вымесить. В рецепте даже было указано, что можно не измельчителем или блендером, а просто как следует измельчить все вилкой до однородного состояния. Отправить в форму, и сверху можно выложить бананы, порезанные вдоль. Ну, вот я как раз так и сделаю. И, кстати, очень вкусно вот такие целиковые бананы, когда они потом будут попадаться уже в готовом кексе. Такая сладость. Я вообще люблю бананы. Наверное, не свежие, а вот вяленые люблю и выпечки люблю, когда они попадаются, ну, мне очень нравится. В целом кекс, мне кажется, выглядит тоже очень аппетитно, но у него такая текстура, я, например, такую не очень люблю. И сразу скажу, в свои так, рецепты любимые я его не отнесу. Потому что плотная текстура, ну вот я вам как раз показываю. Да, вкусно, достаточно сладко, но не приторно, потому что не очень много здесь сахара и бананы все-таки. Ну вот, мне больше нравятся такие, знаете, более нежные, более воздушные, что ли, кексики, и выпечка чуть-чуть другая. Но, в принципе, рецепт имеет место быть, и в качестве таких полезных, так скажем, рецептов может быть, особенно если муку заменить на рисовую или овсяную, то вообще практически действительно ПП. И к картошке тушеной сегодня захотелось сделать салат овощной. Просто у меня здесь свежие овощи, салат, зеленый огурец, помидорки черри и лук красный. Все посолила, маслом заправила, очень вкусно, давно не ели чего-то такой салат. И вот такой ужин у меня сегодня получается. Картошечка мягкая, такая разваристая получилась. И мясо вообще уварилось замечательно просто. Было очень вкусно, со свежим салатиком, и чай попили с кексом. И здесь в конце видео решила вставить такие моменты нашей жизни. В общем, уже поздно, тут времени 9, на самом деле 10 уже, наверное, час. Готовились ко сну. Я после ванны, мокрая голова, сходила так хорошо, полежала в ванне, отдохнула. Люблю я это дело. И здесь мальчишки решили достать театр теней. На Новый год совушки дарили. Покупала я там, заказывала от бабушки ему. Такая классная штука. Вообще, ну, сова пока, конечно, не понимает, что нужно сидеть и просто быть зрителем. Хотя поставили мы там и стульчик ему, и старшие мальчишки сели на край кровати, сидели, показывали, что надо смотреть. Ну, вообще, он все лез, пытался сам там что-то показывать, не понимал, что тут, откуда эта тень идет, откуда зверушки появляются. Ну, вообще, очень полезно, мне кажется, это все.
Нет, а следом за зайчиком прибежала лисичка, сестричка. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я, мышка-нарушка, я, лягушка-квакушка, я, зайчик-попрыгайчик. А я, лисичка-сестричка, пустите меня в теремок. Не пустим, ты нас все сожрешь. Почему? Не буду я вас есть, пустите. А если правда? Сказала в теремок. В теремок. Пускаем. Спасибо. В общем, очень увлекательный процесс, и я говорю, что полезно, я думаю, для детей полезно также и рассказывать, то есть быть по ту сторону сцены. Вот у нас Макар здесь принял участие и помогал мне, потому что действующих героев в теремке уже было много, и я одна двумя руками не справлялась. Еще и совушка тут лез все время ко мне. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Большое спасибо, что досмотрели. Увидимся в новых видео. Всем хорошего настроения, весеннего солнышка, надеюсь. Всем до встречи и пока-пока!